Доброго времени суток. Приветствую вас всех на моем канале. Меня зовут Елена. Я так смотрела некоторых украинских тарологов, и они часто делали расклад на то, что будет происходить 12 июня. Ну, в России это праздник, хотя к нему все так относятся. Ну, вроде есть, а в принципе-то, ну, выходной день дополнительный, если что, на природу съездить. Это день независимости России. От кого, от чего, никто толком понять не может. Это связано там с историческими событиями прошлого. Ну, в принципе, праздник, по-моему, не настолько прижился у нас в России, но кто-то отмечает. Итак, Россия. Много информации закрыто для России. Ну, в смысле, о России. Действительно, мы многое не знаем, допустим, каких-то определенных конкретных планов нашего руководства в отношении той же, допустим, операции на Украине. Каких-то экономических, что у нас происходит, до конца тоже непонятно. Ну, как сейчас развиваются события в России, в общем, в таком плане, именно в России? Ну, хорошо. Ну, порой встаем перед выбором, что, куда и чего. Часть населения дремлет, их ничего не касается, ничего не волнует. А часть населения на боевом посту, либо на войне. Но, в принципе, для России, вот, как, Россия как бы под защитой высших сил. И я это знаю точно, что так оно и есть. Как же будут для России развиваться события после 12 июня? Давайте даже не так, не то, что после 12, после 11 июня, начиная с 12 июня, включительно. Я думаю, вам много не нужно говорить, да? Это карта победы. Много будет использоваться новых технологий, может быть, новое оружие. Придется где-то защищать свои, ну, границы. Я так думаю, что начнутся какие-то боевые действия в районе границы России. Во всяком случае, об этом думают. И это, в общем-то, будет как положительный результат, положительное действие. Ой. За мои слова меня могут взять под контроль спецслужбы. Так, начнет ли Россия после 11 июня наступление вдоль своих границ на другие территории Украины, области там? Харьковская, Сумская, Волынская, Черниговская. Ну, пока это окончательно не решено, но ресурсы собираются, подтягиваются, и вполне возможно, что да.
Но придется какие-то планы менять по ходу дела. Ну, для военных действий это, в принципе, да. Либо будет подстегнет эти события все какие-то разрушения, очередные обстрелы приграничных районов, тоже вполне возможно. И опять же, это если планировали там тогда-то, то я уже как-то делала расклад на Сумскую область и говорила о том, что там вполне возможно провокация со стороны ВСУ. Вот, может быть, это как раз и вот показатель того, что да, начнется более такой, скажем, масштабный. Во всяком случае, к этому все идет. А как оно дальше сложится, ну, посмотрим после 12 июня. Кому интересно, напомните мне сделать расклад на Россию, что, как будут развиваться события после 12 июня. И все же я желаю всем мирного неба над головой, здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч!